Здравствуйте! С вами прогноз по играм на февраль от Game Guru. О главных релизах, крупнейших событиях и памятных датах на атмосферных фронтах игровой индустрии расскажу вам я, Мария Гирба. Первые игровые осадки начнутся 9 числа, причем вызваны они будут сейсмической активностью и извержением одного японского вулкана, которого ждали еще с 2004 года. Речь о проекте студии Team Ninja Neo, который все времена был анонсирован как Они и основывался на сценарии известного кинорежиссера Акиры Куросавы. В этой экшен-РПГ с историческим уклоном события развернутся в Японии в период Сэнгоку, то есть со второй половины 15 до начала 17 века, а прототипом главного героя станет Уильям Адамс, первый британский мореплаватель, достигший берегов Японии в те смутные времена. Надеемся, всех влюбленных 14 февраля нас ждет щедрый ливень со шквальной стрельбой из снайперского оружия и отрубленными головами самураев и викингов. Такое странное сочетание явлений природы обусловлено сразу двумя циклонами. Один принесет продолжение саги о бравом снайпере времен второй мировой снайпер Elite 4 от Rebellion Development. Во втором же сгустит туман войны слэшер For Honor от канадского и немецкого подразделения Ubisoft, где в бескомпромиссной средневековой схватке сойдутся рыцари, викинги и самураи. 20 февраля предлагаю вспомнить один из самых сильных катаклизмов в истории видеоигр – выход легендарной Контры. Если считаете, что геймпад – это на самом деле пульт, а от вот этой музыки мурашки бегут по спине, скорее ищите какой-нибудь эмулятор или обзаведитесь свежей реинкарнацией NES. И вперед ностальгировать! Великому платформеру исполняется 30 лет. А вот на следующий день, 21 числа, к нам пожалует загадочный тайфун из будущего, а если быть точнее, из 2559 года. Фанаты уже, конечно, догадались, а остальным поясню, что речь о продолжении стратегии в реальном времени Halo Wars 2. Действие игры будет проходить 28 лет спустя событий первой части и практически сразу после событий Halo 5 Guardians. Как видите, во вселенной Halo даже в далеком будущем постоянно какая-то движуха, так что спешите приобщиться. А уже 22 числа Россию накроет сильнейший циклон изданий, полный маленьких разноцветных пупырчатых игрушек, на которые очень больно наступать в темноте. Сперва в Москве впервые в истории пройдет официальная выставка LEGO. Состоится мероприятие в экспоцентре на Красной Пресне, и наша съемочная группа постарается разыскать там как можно больше интересного, ведь на выставке появится более 100 масштабных произведений искусства, среди которых любимые персонажи кино, герои мультфильмов, всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. А через два дня, 24 числа, нас добьет песочница LEGO Worlds, которая представляет из себя переосмысление идеи Майнкрафта в другой, еще более популярной вселенной. Ну и напоследок, 28 февраля, небеса разродятся идейным наследником культовой игры 1999 года Planescape Torment под названием Torment – Tides of Numenera. Фантастическая вселенная Numenera, придуманная легендой мира настольных игр в духе Dungeons and Dragons Монте Куком, представляет собой планету Земля через миллиард лет. Планета усеяна руинами и артефактами погибших цивилизаций, а главный герой игры, последний отверженный, по сюжету в прошлом служил физической оболочкой для бессмертного божества и перед лицом опасности вынужден вновь разыскивать бывшего обитателя своего тела. Проект любопытен еще и тем, что свои средства он собрал на площадке Kickstarter, где его поддержали почти 75 тысяч человек на сумму более 4 миллионов долларов. Подробнее о грядущих релизах вы сможете узнать по ссылке в описании. А с вами была я, Мария Гирба, и прогноз по играм на февраль от GameGuru.ru. Смотрите, во что играете.